Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Помощник в решении домашних заданий. Номер 5. Урок 5. Выполни деление и сравни решения примеров каждого столбика. Что ты замечаешь? 672 разделить на 2 равно 336. 672 разделить на 8 равно 84. 354 разделить на 3 равно 118. 354 разделить на 6 равно 59. 476 разделить на 4 равно 119. 476 разделить на 7. Ответ 68. 855 разделить на 5. Ответ 171. 855 разделить на 9. Ответ 95. При решении примеров можно заметить, что при увеличении делителя частное уменьшается. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.